Друзья, здравствуйте! Рад приветствовать каждого из вас на моем канале. Сейчас ты смотришь первый сезон, 60-ю часть прокачки в Escape from Tarkov с нуля без барахолки. Как ты уже успел увидеть, у меня немного изменился формат вступления. Я вот так вот буду давать небольшое... Как это правильно выразить, даже не знаю... Анонс, может быть, вот так вот это назовем, тех рейдов, которые будут у меня в этом части. Вот я сейчас нахожусь на вот этой вот карте, я думаю, все уже поняли, какая это за карта. И я конкретно, наверное, большую часть этого выпуска буду играть на ней. Так вот, к чему это все я вот придумал так делать. Я вам показываю в начале вступления вот такой вот видосик с приветствием и жду от вас ответа в комментариях, что это за карта и на каком месте я сейчас нахожусь. Сейчас вот первый раз это такая ерунда и место такое простенькое достаточно. Я уверен, что каждый игрок, который меня смотрит и играет там, допустим, больше месяца, он с легкостью вспомнит, где я сейчас нахожусь. А дальше я буду искать какие-то такие интересные места, стараться, по крайней мере, их найти. И буду как бы играть в такие маленькие прятки, а вы будете отвечать и говорить, где я сейчас нахожусь. В прошлой части мы выполнили путь охотника-отступники, простая задача часть 2, а также груз X часть 4. А также хочу отдельно поблагодарить за финансовую поддержку канала Максима, а также Михаила Шпателя. Огромное вам спасибо. Как я вначале и говорил, пошел я на завод. Стоял я вначале на вступлении на заводе, вот и сюда и зашел. Хочу немного пофайтиться, а также попытаться найти и убить Тагилу. Вот такие вот у меня задачи в этом рейде. Ребята вот там где-то валятся. Интересно, на заводе, где у нас лут спавнится. Где это они? Да, неудачно получилось, хоть я его услышал быстрее. Что-то как-то он меня обыграл. Так, продолжаем наши попытки. Не очень удачные. Так, для начала я хочу проверить офисы. Все-таки, наверное, здесь спавнятся все самые интересные ресурсы. Точнее, не ресурсы, а лут. Хотя, судя по всему, не здесь. Здесь пусто. Блин, без меня шлем спас. Я хожу, не могу понять, где он есть. Восемнадцатый уровень. ЗШ.
Убил второго. На новой территории войнуха. Гранатки есть у тебя, интересно? Где-то там. А, нет, это в подвале. Да. Нормально, я его услышал, прочитал, но что-то как-то... Не знаю, такое ощущение, как будто бы вообще играть разучился. Так, снова мы на заводе. Блин. Вот это я, конечно, очень молодец. Я после прошлого рейда не отхилился. И пропитала с собой нету, ЕТГшки нету, ничего нет. Да, хилиться, а потом уже идти воевать. Да, пока ребята там воюют, я тут охилюсь. Сразу минус аптечка. Ой, вот это начало, конечно, вообще эпичное. Ладно, погнали. Hello, бро. Навар. Ты слышишь? Подхилим чувака немного. Кто-то прошелся. Ничем, к сожалению, больше я ему помочь не могу. Иди сюда. Только я лута не вижу на карте. Я был на... Хотя на карах, может, уже все забрали. Я так понимаю. Кидаю гранату! О!
Вот, ёб, граната! Блин. А я дал ему аптеку, блин! Фары врубай, Вадил! Блядь, дерзай имею! Ладно, погнали на выход. А то я сейчас вытеку просто. Где ты, а, сука? Я вижу. Левый коронный, правый похоронный. Сейчас быстренько перезайдем. Что-то как-то непонятно. Что, полуголые забыл, типы гуляют по карте, видел. Странно как-то. Итак, на этот раз пробуем свои силы с петухом. Глушитель я его не подцепил, так как он у меня еще не открыт. Не могу покупать. Будем без глушителя. Вали хуесоса. Блин, вот это мне ботик в спину накидал. Давай, мочи! Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье. Вот тут-то все затихло. Ребята друг друга перестреляли. А это он в подвале. Или нет? А где он? В коридоре где-то. Вот блин, капец он мудак просто. Лёха лежит, вы видели? Что-то, короче, ребят, сегодня какой-то не мой день. В Таркове, по крайней мере, начало. Еще не... А, не один грейд, вру. Вышел я. А так меня благополучно сливают. По-моему, вдалеке где-то был. Один где-то в палатке. Собет. Это он и был? Да.
А как он так быстренько обошел? Один в подвале. Что тут у нас? Петушок. Ну что, без брони? А как это он так? До этого он убежал. Готов. А здесь тишина. Лев. Где-то он его нашел. Он был в подвалах. Редут я ему ушатал. Смысла его нету забирать. Это тоже все такое. Давай заберем бронь. Льва. Ну, естественно, у нас жетончик. Давай, пушку тоже. Это в подвалах лут дают. Бля, как он валит. Боты страшные. Где он льва цепанул, мне интересно. Где-то здесь спавнится лут. А в ботах, интересно, лут есть? В ботах лут есть. Вот пожрать и попить нашли. Шина целая, неплохо. Может, где-то здесь? Да, здесь в подвалах. Вот он, смотрите, лежит лутецкий. Датчик, пожалуйста. Череп. Вот и я нашел место спауна лута. Короче, на заводе в подвалах. Это под новой территорией подвалы, которые находятся. Вот он где угодно может спавниться. Давай вот так вот поменяем. Еще роллеры. Видеокарты две штуки. Нормально. Что тут еще лежит? Петух. Яйцо. Да, это скинем. Тоже заберем. Что тут еще? Яйцо. О, я даже не знал, что тут ящик для гранат есть. Вазелин. А, звездочка, не вазелин. Что у меня? Видит что-то. Где-то здесь. А непонятно, что видит. А,
А что это, ЧВКшник еще один убитый? Или не дикий? В ящиках тоже тут магниты лежат. Еще видеокарта. Золотой айфон. Миллион магнитов. Так, проверяем, что тут у нас дальше. Вазелинчик. А уже места нет. Сейчас пойдем на выход. Здесь тоже спаун. Петух. Так что я вроде все посмотрел. Да, вроде все. Мне бы броник вынести убитый. Забрало. Было бы вообще шикарно. Можно было бы еще задание закрыть. И дальше бы жить не ту жить позакрывал у барахольщика. Что вот это такое? 29 уровень. Они сейчас, кстати, денег стоят страшных. Вот эти вот жетоны. Поэтому заберу, тоже отдам. А у меня здесь, наверное, ключа нету. Да. Нужно идти на бесплатный выход. Давай восстановлю стаминку и потопаем. Да вот, вот он! Блин, эти боты. Сейчас вот здесь нужно перезарядиться, подобрать магазинчик. Блять, дерца, сними. И потопаем. Не, блять, грить, штука. Грудь хуй тоже лох, шьем. Хуйло, конец тебе. И что ты хэкаешь? 53 килограмма всего. А так хэкаешь, как будто бы я не знаю. Спокойно, не спеша, я думаю, дотопаем до рейди, до рейдика, до выхода. Вот здесь только стаминку сейчас тоже под вас остановлю, чтобы пробежать небезопасное место. Хоть один такой более-менее неплохой рейдик. ЧВКшников двоих убили, не слились, уже хорошо. Боты тоже дикие какие-то. На выходе никто не крысит, слава богу. Ну вот первый такой боевой нормальный выход у нас. А то сливаемся и сливаемся, сливаемся и сливаемся. Вообще как-то неинтересно. И по луту вот сколько получилось. Так, продолжаем искать Тагилу на заводе. Сразу сейчас пойду в подвалы. К Лутецкому. Очень интересно, что у нас получится там в этом рейдике. Ребята там уже стреляются. Нигде особо уже смысла нет лазить. Ой, тебе. Не, тебе. Тагилыча нету. Поэтому быстренько лутаемся и выходим. Что у нас тут интересного после этого типа осталось? Чайник. Оп, GP-шечка. Медицину тоже можно подбирать. Летят ЧВКшники.
ребята тут. Вот это жесть. Вы видели, как эта граната меня убила? Вообще просто. Ну нормально, хоть двоих типов забрали. Один, правда, голый был, а вот, вот это вот, конечно, блин, печально меня гранаткой подорвали. Я вот что-то не мог понять, это уже вот рейд 5 я хожу, а Тагилу я еще не увидел. Вообще сейчас спавнятся, интересно, боссы или нет. На этот раз решил пойти с дробовиком. Сразу ставим полуавтомат. Еще никто целым не уходил! Ебаский парика! Че, забыл? Ну какой смачненький! Я протупил, начал ему в ноги стрелять, я забыл, у меня шапешки. Ах ты хер ебучий! Сейчас подлечимся. Ты на чем флешеты начал заряжать? Ой-ой-ой. Какой хороший. МДРочка. Это повеселее будет. Да. Я ж, по-моему, ему в голову дал. Не, не убил. Странно, конечно, получается. Урона 740 нанес. Нормально. Так, на этот раз собрал себе вот такой вот 45 АЦП вектор. Будем с ним убивать ребят. Ах ты ебагла! Тагилу все так же я найти не могу, поэтому можно, наверное, сделать вывод, то что боссов на карте нету. Интересно, кто это, откуда это, с подвала у меня, да, голова глаза. Нормально. Тип с этого 45 АЦП тоже убил, на этом, наверное, симпика меня снял. Снова зашел с вектором. А тут что-то у меня даже пострелять не получилось в прошлом рейде. Будем это дело исправлять. Ого. Прошелся как. Пойдем его отсюда накажем. Наказали. Блин, ну попытка была хорошая, наверное. Так, что-то я, ребята, сильно расслабил булочки. Что-то... А, блин, меня ж выкинуло с игры. И я не полечился. Вот этот еще перелом вообще не в тему. Блин.
пока чуть подхилимся, спешить не будем. Надо, короче, как-то вам игру показать, а то что-то я сливаюсь, как непонятно кто. Скажете, играть разучился. Поэтому сильно спешить нарываться не будем. Прямо я ЧВКшников не слышу. Значит, скорее всего, где-то заспавнилась пачка. Не, есть. Неудачно, конечно, клин. А покупал-то я новую импишку. Тип хотел просто подождать, пока здесь все простреляется, и побежать голеньким лутаться. Не получилось. Погнали его залутаем. Заберем его жетончик. Четвертый уровень. Обидно. Типу. Еще никто целым не уходил! Вот это он мне нормально дал. Что ж это такое? Ну она ж не падала. Ну ё-моё, это второй раз меня уже убивает гранатой. Итак, на этот раз я себе взял новое оружие. G36 оно называется, по-моему. Вот так вот его немного модифицировал. Будем с ним играть этот рейд. Ребята уже внизу, походу. Нет, один он. Ебаски, и не один. Хуело ты, бля, а ты хуело! Пойдем к ним. Они внутри. Им-то по-любому нужно выходить. Ну была бы флешка у меня, сейчас так я все уже потратил. Давай, выходите, что вы там сидите? А, вот тут, короче, друган мой бывал точно. Ладно, погнали, меня сейчас бот просто. Есть, неплохо. Этот рейдик мне уже нравится. Тип тоже с новой куколкой. Давайте заберем ее. 30 уровень. Да вот, вот он. Еще тело бежит. Пацаны! А это не в подвале. Пойдем к ним.
Вот тупырь! Кротик, капец! Я думал, он здесь. А он там внизу оказался. Ой, точнее, наверху. А пока подзакинемся. Тебе пизда, блядь! Ты понял, нахуй? Крысу, конечно, убили, но... А как иначе в этой игре? Надо ж хотя бы парочку рейдиков выжить. А то я что-то как вообще, я не знаю, как нубик сливаюсь. Я что-то тут еще вот яйцо увидел. Какой-то маленький уровень. 13-й, да. Извиняй, братишка. Так получилось. Давай вот это вот выбросим. Что тут у нас еще валяется интересное? Еще ворон. Чайник. Кстати, в этом рейде, в единственном, в котором я вышел и залутал этот подвальчик, я вынес почти лям 200. Представляете, вот это вот с одного рейдика вот так вот зашел, здесь пролутался, насобирал барахла. Вот часы мне просто некуда ложить. Сейчас магазин себе выкину. Блин. Еще один сюрвик, аптечки. Ну, пускай бегает. Я сделал вид, то, что я отошел, на самом деле. Куда он попал? Да, выглядывал. Так, что у нас тут еще валяется интересного? А может, он мне рюкзак принес? О, разгрузка хорошая, пояс. А то у меня уже места вообще нету. Да, хоть себя сейчас разгрузку запихну. Вот так вот это все дело сделаем. Да, получается, он вообще голый зашел. Из тозика по мне стрелял. Тип вообще, конечно, четкий. Вот так вот это все дело нужно умастить. Это выбросим.
Теперь у нас еще местечко есть, что-то засунуть. Звездочка, к примеру, пойдет. Это нам не особо интересно. Что у нас тут еще есть? Давай 2 джифона возьмем, если что, я их выкину. 3 джифона. Золотой еще. Видеокарт не хотят давать. И еще кристалла одну. А, вот видеокарта, ля. Хожу мимо нее и не вижу. GP-шечка еще одна. Ну и, судя по всему, это все. Погнали к выходу. Нужно ключ от завода взять. Он у меня где-то валялся, а я его не ложу себе, не беру. Вот это приходится бегать вот так вот на бесплатный выход. Не совсем это удобно. Нормальный такой патрон получается. Вот это вот 45 АЦП очень быстро по телу убивает. И это у меня не топовый, как вы уже увидели. Он там стоит что-то, я не помню, в районе 2 долларов за штучку. И продавают, ну то есть покупать его можно сколько угодно. А, это ж какой, это 45 АЦП, а что я говорю, я ж на 855-х, на натовских патронах. Блин, вот это я вам сейчас, конечно, расскажу. Так, ага, это мы на карах. Есть беготня. Давай закину таблетку сразу. Ой, у меня 2 штучки осталось всего. Одного ЧВКшника обыграли, а второго уже не успел, уже так на попыхах перезарядил себе автомат. И нас он перестрелял, тоже 45 АЦП. На этом, ребят, будем заканчивать эту часть. К сожалению, уже Тагилу нам найти не удалось. Скорее всего, его просто нету на этой карте, потому что я вот под спауном как раз бегал и его за сколько рейдов ни разу не встретил. Поэтому не знаю, получится это квест выполнить, не получится. Не знаю. В общем, всем спасибо за внимание, ребят. И всем пока. Также, если ты досмотрел это видео до конца, то могу предположить, что тебе нравится контент, нравится видео. Поэтому, если ты еще не подписан, прошу тебя подписаться. На этом еще раз говорю тебе пока и всего доброго.